Жизнь дана на добрые дела. В очередной 19-й раз по инициативе Совета лидеров при администрации Ленинского района совместно с представителями городской общественной организации «Белорусский союз женщин» и общественного объединения «Беларусь», а также при участии крупнейших предприятий города прошел яркий праздник в преддверии нового учебного года. Главными героями мероприятия оказались дети из вспомогательной школы города Бреста, которые впервые переступят порог учебного заведения. Сегодня своим небольшим вкладом помогаем детишек собрать в школу, потому что пусть это детям будет памятно, пусть это немножечко небольшие сувениры, подарочки, но пусть о них остается в памяти, что они, у них это праздник, у детей, у взрослых это волнение. Ну а Беларусь, ну конечно же, там, где дети, там, где взрослые, где поддержка семьи. Надо уметь дарить добро другим людям. Если люди не заботятся о других людях, то они, конечно, не получат ответную реакцию, и они будут сами одиноки в этом мире. А заботиться о другом человеке – это очень важно. Фломастеры, карандаши, яркие краски и пластилин, тетради и ластики. И это еще далеко не весь список школьных принадлежностей, которые получили будущие первоклашки в этот день. А праздничное настроение и незабываемые эмоции подарили ребятам сказочные мультипликационные персонажи. Организаторы благотворительной акции отмечают, им важно творить добро. Добро на благо тех, кто в этом особенно нуждается. Очень приятно, что для нас организовали такую встречу, для наших деток. Это очень важно. Это у нас новый этап в нашей жизни. Для нас каждый этап очень важен. Сначала мы шли в сад, сейчас мы идем в школу. Для нас это очень волнительно, потому что, конечно, с нашими детьми труднее, чем с обычными. Замечательный праздник, дети очень счастливы, им очень все нравится. Замечательные подарки подарили. Очень приятно, что оказывают для наших семей такую поддержку. Приятно осознавать, что такие мероприятия не единичны, и маленькие добрые дела со стороны взрослых сыграют большую роль для будущих школьников в первом в их жизни учебном году. Сегодняшнее мероприятие – одно в череде мероприятий, когда мы, ну, все общественные организации, трудовые коллективы помогаем в помощи в подготовке детей к школе, собираем школьный портфель, тоже всем известная акция «Собери портфель школьника». Поэтому все жители города, все предприятия стараются помочь и поддержать семьи, чтобы подготовить их к школе. Хочется действительно поздравить всех первоклашек с началом учебного года, чтобы он для них был радостным, они были здоровенькими и радовали своих родителей и, конечно же, педагогов. Юлия Селюк, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БукТВ.